Этого новоселья рязанское правосудие ждало без малого лет 40. В архивах областного суда сохранились еще советские изыскания и проекты нового здания. Но дальше планирования дело так и не пошло. Зато сейчас это одно из самых современных зданий во всей стране. В отличие от других органов государственной власти, которые размещаются в помещениях, единственное здание, в котором еще предусмотрено помещение не только для размещения судей, работников аппарата суда, залы судебного заседания, ну и такие помещения, как комната для проведения примирительных процедур, то есть для медиаторов, для судебных примирителей. И оно специально выделено. Стоимость проекта – 541 миллион рублей, 12 тысяч квадратных метров рабочей площади, 16 залов заседаний с внутренней аудиофиксацией процессов, 10 для видеоконференций. Есть свои кабинеты даже для прокуроров. По словам губернатора Рязанской области Николая Любимова, удобство – один из краеугольных камней проекта. Это простор, это комфортные условия прежде всего для жителей нашей области и для тех, кто сюда приезжает извне. В таких условиях можно и ожидать, можно и, собственно говоря, вести дела более комфортно, с более позитивным настроением и уж тем более не ощущая какого-то давящего такого на тебя момента, потому что в суд все-таки приходит в основном с проблемами, а не просто так развлечься, что называется. Ну и, конечно, для самих судей это более комфортные условия. Губернатор озвучил и преемника нынешнего здания областного суда на улице Ленина. Никуда из системы адрес не уйдет. Теперь там разместят Советский районный суд. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».